Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболова, ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про вращающуюся блесну, которая мне досталась по наследству. К сожалению, нет на ней никаких ни названий, ни выдавлено, ни высечено. Но отличной ее чертой является вот этот свинцовый сердечник. Вот, разукрашен в красный цвет. Игра у нее довольно-таки широкая амплитуда. Вот. Сейчас я вам покажу, как она себя ведет в воде. Если кто-то сталкивался с такими родами блесен, напишите в комментариях, я так думаю, будет интересно не только мне, но и другим людям узнать про нее что-либо. Довольно-таки много усилий приходится делать. В домашних условиях тяжело показать, но завести ее можно. Когда течение, она здорово будет себя вести.